Angel, Earth Angel, will you be mine? Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие клетки, с вами снова я, Тик и Надя. У нас сегодня небольшое изменение с ракурсом. Да, кстати, простите, что, ну, вот так вот снимаю, просто здесь столько всего я заказала, и всю вот эту красоту хочу показать вам поближе, и поэтому простите за мое мельтешение рук. Заказов сегодня будет много. Все это канцелярия, и все заказывалось в этом и в прошлом месяце. И на мое удивление, все очень быстро пришло. Просто слава продавцам. Обязательно все ссылки внизу оставлю, чтобы вы тоже могли заказать. Вот, потому что эти продавцы, они потрясающие. Все пришло. И ничего, никто ничего не обманул. Вот, и давайте начнем с самого классного, наверное, на сегодня. То, что я первым получила, это вот такие вот два скотча. Посмотрите, какие они потрясающие. Это просто, я не знаю, у меня нет слов. Посмотрите, как он блестит. Это сказка, снежная сказка. Буду зимой и осенью, наверное, оформлять развороты, потому что это все-таки такой заснеженный узор. Здесь иллюстрация такая. Вот. И посмотрите, какие блестки. Тут и зеленые, и голубые, и розовые. Самые разные. Посмотрите, сколько здесь намотки. Здесь, по-моему, 10 метров намотки. И ширина скотча, кажется, 3 сантиметра, если я не ошибаюсь, или 2,5. Вот, и каждый скотч, по-моему, около 100 рублей, что ли, стоил, но вышел по скидке дешевле. Я, конечно, ссылки оставлю внизу. Вот, и вот этот тоже очень красивый. Так нравится мне. Я заказала еще 2 скотча у этого продавца, но уже поуже, стандартной ширины. Вот, и те тоже очень необычные, очень красивые, в скором времени придут, обязательно вам покажу. Далее идет вот такой вот сургуч. Он пришел где-то за 1,5-2 недели. Я заказывала его в начале апреля. Получила я его неделю назад. Да, смотрите, какой он красивый. Я еще хотела заказать ярко-розовый и такой серебристый. Но подумала, что пока 5 оттенков мне хватит. Вот. Очень красивый, особенно вот этот. Он безумно красивый. Вот это мятный. И он тоже очень красивый. Прям вообще... Не могу наглядеться. Посмотрите, как он переливается. Смотрите. Просто золотом. Когда я его буду растапливать, я думаю, вообще будет очень-очень красивый гряд на цвету. Вот, я теперь жду печать. Печать я тоже заказала, но уже у другого продавца. Нашла самую дешевую. За, кажется, 40 с чем-то или за 32 рубля. Кажется, да, за 32 рубля. Вот. И... Теперь жду. Вот это, кстати, с перламутром. Вот, да. И вот этот голубой и сиреневый, они тоже с перламутром идут. Вот, да. И сиреневый. А золотой он с блестками. Он прям переливается такой. Действительно, золото. То скоро мои письма будут не просто запечатаны, а запечатаны самой настоящей печатью. О чем я мечтала просто с самого детства. И для меня это вообще огромное. Мечта была, и вот это мой цвет, мой любимый голубой, вот, и поэтому скоро будете получать мои письма в печати. У нас идет 3 набора штампов, тоже нашла самые недорогие, решила сделать себе такой подарок, потому что я тоже мечтала о штампах, штемпельных подушечках хороших. Хорошие штемпельные подушечки пока еще не могу себе позволить, поэтому заказала такие однотонные. Небольшого размера, жду, когда они придут. Но вот штампы пришли первыми. Заказала вот такой набор. Очень красивый, с уголками, чтобы оформлять письма. Очень красивые. Особенно вот эти вот красивые нравятся мне. И вот этот очень красивый. Следующий набор тоже очень красивый. Выглядит вот так вот. Посмотрите, какие красивые птицы здесь. И надписи. Мне показалось, что один из лучших наборов вот этот. Я еще хотела очень сильно с птицами разными и с бабочками. Ну вот здесь есть и птички, и бабочка. Да, думаю, что для первого времени хватит.
вот такие вот флажки, будет очень классно письмо оформлять тоже, и наверху вот такие вот надписи. Вот такой вот третий, самый классный, потому что тема ботаники, моя любимая тема, вот, и тут просто прелесть, столько всего маленького, красивенького. Я еще ничего не пробовала, потому что хочу попробовать в черном коричневом цвете. Как раз таки заказала коричневую и черную штемпельную подушечку. Еще заказала золотую, серебряную и какую-то еще. В общем, около 6 подушечек должно мне прийти. Посмотрим, как они будут в работе использоваться. Вот, будет, конечно, интересно делать в золотом цвете на крафтовой бумаге и в серебряном. Так что вот такие вот красивые. Посмотрите, тут даже перышки есть. А вот это я так и не поняла, что это. Это то ли жучок, то ли цветок такой странный. Вот.